импровизация актеров в советском кино. В фильме «Мимино», когда герой Фрунзика Мкртчяна дает показания в зале суда, практически все реплики актер придумывал на ходу. Такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. Они были настолько смешными, что актрисы, игравшие судьи, с трудом сдерживали смех. Кстати, когда Валико выбежал на каток, актер Вахтанг Кикабидзе по-настоящему поскользнулся и упал. Безусловно, это была не импровизация, а скорее неприятный случай. Однако Данелия решила оставить этот момент, так как он добавлял комичности персонажу. В фильме «Соломенная шляпка» момент, когда Фадинар случайно снял с Виконта парик, был и в самом деле случайным, а реакция Михаила Казакова была полнейшая импровизация, как и то, что Алиса Фрейндлих накрыла его голову своим веером.